Глава округа в гостях у Николая Строгова, ветерана и участника маньчжурской операции. Ему исполнилось 90 лет. Возраст преклонный, но ветеран сам вышел встречать гостей. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, чтобы как можно чаще вас навещали родственники, чтобы не давали вам скучать внуки и правнуки, я надеюсь, это есть у вас. Да, ну и чтобы каждый день приносил вам радость и удовольствие. Среди визитеров и старый боевой товарищ Дмитрий Пушкарев. Ветеран тоже пожелал другу успехов в военно-патриотической работе с подрастающим поколением и самое главное – здоровье. Ведь старые раны дают о себе знать. Во время маньчжурской операции Николая ранили в ногу. Боль не дает спать по ночам. Десантники уже обошли все и вся наши, заняли большие города и прочее, а нас бросили на уничтожение укрепленного района. Вот здесь мы долго повозились. Я там был ранен снайпером. Этот ветеран еще бодр и силен духом. Годы войны закалили характер. Но есть одна слабость у Николая Гавриловича. Очень любит рисовать. Последнюю картину подарил сыну месяц назад, и руки перестали слушаться. У меня был камни, все, а потом я замазал все. Давай фонтан сделаю. Критик у меня хороший, она и критикует меня. Вот это не так. Такие визиты главы округа уже стали традиционными для ветеранов. Они всегда рады гостям, встречают, как говорится, хлебом и солью. Следующие поздравления Николай Строгий примет уже на День защитника Отечества. Дарья Колотилина и Никита Файзулин. Телемикс.